Заглянем к Юле. Пойдем, пойдем. Входите. Юлька, надо понимать, тебя не ждать сегодня, да? Нет, идите без меня, я еще немножко поработаю. Ой, Юлька, не понимаю тебя. 30 лет уже, а личная жизнь на нуле. Ты хоть бы на свидание ходила, что ли? Ну как же, она 24 часа в сутки наедине с калькулятором. Ну, знаете, я бы сказала, что мне еще пока 30, я без 5 минут финансовый директор. А с чего ты взяла про финансового директора? Тебе уже сказали о повышении? Нет, но поверьте, я своего добьюсь. Пойдем, будем помешать. Привет, разбудила? Сегодня на работу пораньше. Через 2 часа буду разговаривать с начальством по годовому отчету, моим предложениям. Ну ты же юрист. Посмотри, до 8 утра. Мне нужны комментарии. А чего ты хотела? Я их только 1 час ночи закончила. Давай, жду. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот здесь подпись. Угу. Вот так, спасибо. Ну, всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот на адрес, который вы мне прислали, я все отправил. Да, абсолютно точно. Это вам. Юлия Валентиновна. Андрей Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, есть что-нибудь для вас? Юлия Валентиновна, я прочитал ваше предложение. Доброе утро. Вы проделали отличную работу, но это не входит в обязанности главного экономиста. Зато это входит в обязанности финансового директора. Вы торопите события или вы ставите меня перед фактом? Разумеется, нет. Но вы же понимаете, что с моим резюме я могла бы получить должность любой другой компании. Просто мне не хотелось этого делать. Вы же знаете, сколько работала ради этой должности. Знаю. Я предложу вашу кандидатуру совету директоров. Извините, это по-личному. Алло, привет. Привет, сестричка. Ты можешь говорить? Леночка, вы в отдел продаж? Знаешь, нет, мне не совсем удобно. Могу тебе перезвонить? Подожди минутку. Я собираюсь в женскую консультацию. Врач сказал, что с моими симптомами могут уложить в роддом заранее. Кажется, я кое-что не подписал. В роддом? Покажите. А что, уже пора рожать? Нет, срок еще не подошел. Но я очень странно чувствую себя в последнее время. В общем, ты бы не могла поехать со мной. Я знаю, что ты занята, но мне больше некого попросить. Я очень волнуюсь. Мне поехать? Ну, мне просто очень грустно одной. Ну, если ты не сможешь... Да, да, конечно, я могу. Все, хорошо, встречаемся, целую. Спасибо. Что-то случилось? Я на работе уже. Андрей Николаевич, мне, похоже, у вас придется отпроситься на полдня. Извините. Не извиняйтесь, Юлия Валентиновна. Вы 2 года не были в отпуске и, кажется, ни разу за год не были на больничном. Поезжайте. Спасибо. Спасибо. Юлька, спасибо тебе за помощь. Я знаю, что все эти подгузники и пеленки тебе надоели, ну, а если меня уложили роддом заранее, я бы ничего не успела купить. Да уж, я вообще не понимаю, как ты собираешься справляться без помощи. Боже мой, посмотри. Если бы я только встретила твоего этого, даже имени не хочу вызвать. Юль, я на него не злюсь. Ну, а что поделать, если мужчинам... Кто, слабак, трус, предатель? Не надо так говорить. Я вообще не понимаю, как может быть такой мягкой. Ты еще спрашиваешь меня, почему я замуж не выхожу? Потому что они все одинаковые. Папа бросил нас и маму из коротенькой юбки, и твой вообще. В детстве ты была совсем другой. О, да, да зато ты у нас осталась такой же. Всепонимающий и всепрощающий. Ой, силикон или латекс? О латексе надо было думать 9 месяцев назад. С
Спасибо вам за все, Зинаида Степановна. Люблю я у вас выходные проводить. Не то, что в городе. Да мне-то за что. Это тебе спасибо, мой дорогой. И землю вспахал, и в доме все починил. Мам, ну опять ты с этими банками. Все отлично, все отлично. Андрюшенька, ну может останетесь? Нет, вы, вот ну, это не уговаривайте. Нет, все, едем. Мам, Андрею завтра на смену, и опаздывать нельзя. Нельзя. Ну, как всегда, на смену, на смену. Ты бы лучше уговорил его, чтобы он из своего пожарного отряда ушел. Ага. Вся жизнь по свистку, и человек каждый день жизнью рискует. Андрей, ну, Андрюшка, ну, может, останетесь? Ну, сколько тут ехать? 40 минут и вы в городе. Ну, какие 40 минут? Зинаида Степановна, будни, пробки. Едем, едем, все. Пойдем. Ну, в общем, как всегда, он со службы придет, и в четверг-пятница у меня. Да. Ладно? Обязательно. Ну, все, мои птички. Ой, все, целую. Ой. Что надо сказать? Пока, бабуля. Май, пока, бабуля. Все, береги себя. Пока, мои девочки. Ну, давайте. Свет, в общежитие приедете, позвони. Я позвоню. Да, да, хорошо. Ой, да форточки позакрываю. Хорошо. Закроем. Все. Ну, все, какой все? Это кому? Ты, мой дорогой. До субботы. Да какой суббота, четверг-пятница, Андрюш? Аккуратно, пока, мои родные. Давайте. Аккуратненько. До свидания, моя зяйка, до свидания. Ладно, так и быть. Коляска с меня. Рано еще коляску. Знаешь, я тут имя малышке придумала. Вот хочу, чтобы оно было мелодичным и красивым. Как тебе Антонина? Тоня? Тонечка. Звучит ничего. Красиво. Что? Что с тобой? Все нормально? Давай сюда! Быстрей, быстрей! Нормально. Сейчас мы тебя залатаем. Сюда иди, Бессон. Чего ты там возишься-то? Давай быстрее. Погнали! Какая любознательная. Даш, мы домой приедем, я тебе эту книжку почитаю, хорошо? Хорошо. А хочешь, я тебе сейчас почитаю? Давай, твою самую-самую любимую.
Жили-были дед с бабой. И все у них было бы хорошо. Да одно горе. Детей у них не было. Умничка. Терпи, брат. Уже скоро. Все будет хорошо, пожалуйста, лежите. Все будет хорошо. Так, аккуратненько приподнимай. Так, поднимайте, поднимайте, поднимайте. Все, все, грузим, грузите. Так, все, все хорошо, все, 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 лежите. Все, 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 все. Так, держите его, держите его, ну-ка, моя. Вот там. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Вы Юлия Валентиновна Данилова. Следователь по особо важным делам Ракитский. Простите, но мне необходимо задать вам несколько вопросов. Расскажите, что вы видели. Да, сейчас. Мы с сестрой шли в женскую консультацию. Она скоро должна родить. И тут все это началось. Они подъехали на машине. Я не видела номера, нет, я не видела. Ну, я видела лицо одного из них. Я видела. Очень хорошо. Вы не волнуйтесь. Моя сестра. Мы сделали все, что было в наших силах. Но, к сожалению, нам не удалось ее спасти. Я же сейчас только что... Она же... Мне жаль. Но девочку мы спасли. Девочку? Ребенок остался жив. Извините. Это фотография с места преступления. Кошмар. Как такое могло произойти? Ну, преступники были очень хорошо подготовлены. Они точно знали, что делать. Вот эту машину
Нашли сожженный под мостом. А вот так эта машина выглядела до сожжения. Вы этот автомобиль видели на месте преступления? Трудно сказать. Ну да, я понимаю вас. Вы заявили, что видели лицо одного из нападавших. Петь, покажи фотографии. Посмотрите внимательно. Может быть, опознаете? Юлия Валентиновна, и не торопитесь. Вы единственный наш свидетель. Да, хорошо. Точно он? Я его на всю жизнь запомнила. Свидетель опознал одного из нападавших. Это Колодин Артур Валерьевич. Да, две ходки за разбой. Единственная собственность Колодина. Тихое место. Чисто. Первом втором. В доме никого. Принял. Ну, пойдем посмотрим. Ну и что тут у нас? Вроде бы здесь давно никого не было. Товарищ следователь, там кровь. Обезболивающее. Да они раненых сюда привозили. Латали. А прибраться не успели. Нервничают ребята. Так это же хорошо. Чего хорошего? На дно залягут. Розыск объявляем. Вы его поймали, этого Колодина? Пока нет. Он успел скрыться со своими подельниками. Видно, почувствовал, что скоро мы на него выйдем. А его найдут? Обязательно. Обязательно Юля найдет. Мы уже разослали все ориентировки. Мы обязательно его поймаем и всю цепочку раскрутим. Ну, а вы как держитесь? Нормально. Кроме Кати, у меня никого не было. А что с девочкой? Я еще не решила. Я буду держать вас в курсе. Возможно, вы нам понадобитесь. При опознании. Вот моя визитка. Это на тот случай, если вы что-то вспомните. До свидания. До свидания. Спасибо. Да что? Знаешь, как мы с твоей мамой познакомились? Ну, была зима тогда, и мы учились вместе в одном институте. А у меня была шапка.
Шапка, точно. Помнишь эту шапку? Я шел по улице, она подбежала и сбилась мне эту шапку. Шапка тогда покатилась, а я... Жить я без тебя не могу. Здрасте. А это вы? Здравствуйте. А вам уже сказали, что мы девочку через 2 дня выписываем? А кому отдавать-то? У нее хоть отец есть? Нет у нее отца. Она ему не нужна. Что ж, ребенка в детский дом отвозить? Она такая тихая, спокойная, хорошенькая. Только родилась, еще имя не получила, уже всех родных потеряла. Она со мной будет жить. Ее Антонина зовут. Тоня. То есть вы удочерять будете? Ой, это очень хорошо. Ну, крепитесь, терпение вам. Столько вам нужно чиновников будет найти. Я справлюсь. Вы знаете что, я сейчас к главврачу сбегаю. Ой, это очень хорошо, что вы решились на это. Это очень хорошо. Здорово. Здорово. Я думал, ты отпуск возьмешь. Не могу дома сидеть. Не могу. Получается, что я же выровнять мог, так? Значит, я виноват. Андрей, ну нельзя так. Нельзя себя винить. Не мы выбираем. Не мы. Зотов! Зотов! О, с утра тебя спрашивал. Привет, Сура. Здорово. Как тут? Так, давай работай. Пойдем. Молодец, что пришел. Ну, как ты? Нормально. Готов работать. Угу. Да. Ну, не так быстро. То, что рвешься в бой, молодец, одобряю. Работа, она, знаешь, лечит. Все лечит. Так. Пройдешь психологическую экспертизу. Что? Это какая такая психологическая экспертиза? Ну, Андрюш, ты же знаешь, правила для всех одинаковые. Палыч, я не собираюсь ни с каким психологом разговаривать. Мне это не нужно. Чтоб ты в моей душе ковырялся. Спрашивал, что я пережил то. Андрей, мне не надо, чтоб ты вошел в горящее здание и остался там намеренно. Ни с каким психологом я встречаться не буду. Капитан Зотов, я отправляю вас в принудительный отпуск. А никакого отпуска не надо. Я увольняюсь. Капитан! Засыпай давай, давай, засыпай. Задержали. Ага. Да вас каждый день задерживают. То на 2, то на 3 часа. Мой маленький, ну, мой зайчик, ну утеши. А что на вас так кричит? Вы что, ее успокоить не можете? Да я ее накормила. Подгузники ей заменила. Вот качаю уже 3 часа. Ну, хоть бы на минуту замолчала. Руки уже отваливаются. Вы знаете, вы ее, врачу ее покажите, потому что, может, она заболела у вас? Вы знаете, то и не болеет.
А успокаивать детей – это ваша работа. Ну, тогда занимайтесь ею сами. А я в таких условиях работать не могу. Вы куда? Подождите. Ну, вы хоть на несколько дней останетесь, я вам замену подыщу. Я вам доплачу. Не нужна мне ваша доплата. Я не железная. Чтобы твоя мамочка была жива. Ну, случилось так, как случилось, да. Ну, пожалуйста. Нам надо как-то привыкнуть. Как-то привыкнуть. Я не понимаю, Юлия Валентиновна. Как вообще такое может быть? Мне сейчас все равно толку мало. Мыслями я все равно там. Катюша так любила Тонечку, так никогда ее не увидела. А я бросила ее на нянек. Я уже троих поменяла. И знаете, по их мнению, она все делает не так. Она спит не так, она ест не так, она кричит все время. Это... Знаете, что одна из них мне сказала? Она сказала, я не обязана ее любить, это просто моя работа. Ну хорошо, вот сегодня вы нашли, на кого оставить ребенка? Нашла. Пока она спит, я отнесла ее к соседке. Через час должна вернуться. Отпуск по уходу за ребенком. Ну хорошо, хорошо. Пусть это будет отпуск по уходу за ребенком. Вот сколько вам нужно времени? Возможно, год. Потом я могла бы отдать ее в ясли и вернуться. Год. Понимаете, что год нас никто ждать не будет. А сейчас идеальные условия. Компании нужен новый финансовый директор. Понимаете? Я понимаю. Ну, хорошо. Вы знаете, ну, я могла бы часть работы брать на дом, если это возможно. Вещи привез из общежития. С работы уволился. Хочу у вас пожить недолго, если вы не против. Надо как-то в себя прийти. А ведь я просила тебя тогда. Я ж просила тебя, останься. Я помню.
Помнишь? Как же ты смеешь здесь появляться? Лучше бы ты погиб. Ты. Это из-за тебя их больше нет. Зинаида Степановна. Убирайся отсюда, чтобы духу твоего здесь не было. Вон со двора. Тихо, 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 тихо. Что там? Нога. Ай. Работать сможешь, нет? И издеваться, да? Давай вставай, иди работать. Эй, мужик! Приветствую. Здорово. Помоги разгрузить машину, а? Будь другом. А чего разгружать? Да, я... О, я вижу, ты из этих спасателей. Ну, был из этих. Теперь безработный, да? Да, давай, держи. Я подержу. Вот здесь, помоги. Вот так давай. Опа. Закончили. Теперь Сергеич. Дело за нами. Поберемся. Ты что, не в робе, я не понял. Ну как, сегодня выходной, я в город поеду. Я не могу сегодня выходной. Я тебе завтра отпущу. Хорошо. Ну, сроки, ну поверь. Сергеич, сегодня я никак не могу. Без ножа режешь. Ну вот, а что за дело-то, серьезно? Ну, на кладбище еду. Годовщина сегодня. Понятно, дело святое. Ладно, давай. Так, давай, грузимся, все. Грузимся. Так. Держись сама. Держись. Так. Держись. Тонь, на горочку. Тоня, я тебя ловлю. Осторожно. Так. Опа. Ну все. Потом мы в садик опоздаем. Доброе утро, Юлия Валентиновна. Доброе. Ух ты, какие. Какие мы уже взрослые. На, держи. Смотри, что у меня есть. Ух ты. Я получила вашу повестку явиться к 10. Я решил заехать за вами лично. Мы взяли Колодина. Да что, столько времени прошло. Ну да, сколько веревочки не виться, нужно провести опознание. Да, хорошо. Процедура-то стандартная, нечего бояться. Он будет в одной комнате, вы в другой. Так что он вас не будет видеть. Это хорошо, я и не боюсь. Ну а что, мы эту красавицу с собой возьмем? Да нет, я ее в ясли устроила, тут недалеко. В ясли? А не рано ли? Не договорилась, мне нужно было выйти на работу. Ну что, давайте я подвезу вас в ясли на машине. Вот так, пойдем. Тебя как зовут? Юлия Валентиновна, очень хорошо, что вы согласились к нам приехать. Вы проходите к моему кабинету, а я сейчас документы заберу. Одну минуту.
Я же тебе сказал, с ним все будет хорошо. Ты просто делай то, что я говорю, и не морочь мне голову. Слушай, в конце концов, я лучший адвокат в городе по таким делам. Все решим. Вы кого-нибудь узнаете среди этих мужчин? Да, кажется. Я понимаю, это непросто. Прошел год, но... Юлия Валентиновна, пожалуйста, сосредоточьтесь. Нам это очень важно. Я не уверена, он тогда выглядел немного иначе. Почти все время был в маске. Как вы могли видеть его лицо, если он все время был в маске? Я же сказала, почти все время. Потом второй снял с него маску, когда его ранило. Ну вот, это уже что-то. Где была рана? Я не знаю. Все произошло очень быстро, потом было столько крови. Я не понимаю, если вы видели его лицо... Петя, выдохни. А он точно меня не видит? Ну, если только он не экстрасенс. Единственное, что он видит, это собственное отражение. Это он. Я абсолютно уверена. Очень хорошо. Присаживайтесь. Скоро суд, и вы должны дать показания. А, одну минуточку. Вот здесь подпишите. У нас только косвенные улики. Если вы по каким-то причинам не сможете присутствовать в суде, Колодина могут отпустить. Не беспокойтесь, я не отступлю. Очень хорошо. Завтра утром мы снова должны с вами встретиться, чтобы уточнить кое-какие детали. Да, конечно. Тогда до завтра. А вы сейчас на работу? Нет, я на кладбище. Катюша погибла 23-го. Сегодня ровно год. Петь, проводи, пожалуйста. Хорошо. Что этот Колодин? Что он говорит о том дне? Что он ни при чем, его никогда там не было. Поэтому нужно быть очень аккуратным в своих показаниях. Я более чем аккуратным. О, Петя! Кудряшов, слушай, 100 лет тебя не видел. Как ты? С того дня, как ты уволился из органов, Антон. Вам всего хорошего, у меня такси ждет. Ну что, Петь, как прошло опознание? Да, есть свои трудности. Прости, работа. Наконец-то. Ну что, есть информация? Свидетельница. Сейчас? Понял. Слушайте сюда. Брата опознала свидетельница. Сейчас она выходит из здания. Блондинка в светлом костюме. Где? Вон она. К тачке идет. Че, берем? Нет! Здесь ее брать нельзя. Палево, камера кругом. Проведем ее до первой удобной подворотни. Thank you.
Ну, привет, Катюш. Вот уже год прошел. Вот я и пришел. Что мне будет тебя так не хватать? Живу нормально. А Тонечка уже пошла. Потом ты знаешь? Так смешно ходит. Ну, я разберусь. Да. Все нормально. Ну, я пойду, Катя. Пока. Пока. Ты что, глазастая, да? Что, я не понимаю. Че ты не понимаешь? Сейчас поймешь. Помогите! Держи руки. Держу, держу. Рот, рот закрой. Давай, вали ее, щелый. Держи, держи. Давай, вали ее. Вали ее, он сказал. Рая, слышь? Сюда иди. Сейчас было, а? Постой, сейчас. Пытались убить? Извините, я не могу. Я сидеть. Важно. Год назад убили сестру. Как они меня вычислили? Быстро! 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 Да. Что, здорово он тебе? Да.
Валила, а? Ладно. Давай к центральному. Там боксер ждет. Ну все. Нужно убираться отсюда. Я вас заметила. Там, перед тем, как все это произошло. Вы что, следили за мной? Вы кто? Что? У меня семья здесь похоронена. Извините. Моя сестра тоже здесь. Подождите. Вам что, может, надо в больницу? Нет, нет, в этом нет необходимости. Вы мне так помогли, спасибо. Мне надо следователю позвонить. Телефон. Сумочка, моя сумочка у них. Дайте ваш телефон, быстрее. У меня его нет. Тоня, мне надо забрать ее из детского сада. Значит так, давайте так. Сейчас мы едем в детский сад, забираем вашу дочку. Потом решим, что и как делать, хорошо? Да, да. Вы мне сейчас работаете. Да, едем. Какой, говоришь, мужик? На мента похож? Да поди его разбери. Ну так с виду вроде нет, одет как бомж, такой заросший. Удрался, сволочь, как матерый. Значит, под прикрытием. Кто под прикрытием? Да мужик этот под прикрытием. Мусора его поставили, чтобы ее охранял. На, вот проверь. Короче так, в следующий раз валим сначала этого мента, потом уже будем девкой заниматься. Усекли? Усекли. О! Будем знакомиться. Данилова Юлия Валентиновна. Главный бухгалтер. Детский сад «Улыбка». Держи. Алло, да. Девку упустили. Ну, у нас ее сумка есть, да. В ней очень важные документы. Все, увидишь брата, скажи, что мы все сделаем. Пусть будет спокоен. Садись давай. Ваши девочки прекрасный сон. Но ничего, нянечка ее поднимет. Тонечка, встаю. Мама пришла. Ой, а у вас кровь на шее, да, да, вот здесь. Ушиблась. Ой, как же так? Ну, вот так. Вы не могли бы нянечку поторопить? Просто у меня совершенно нет времени. Ну, да-да, сейчас. А я хотела спросить, может быть, вам рану обработать? Все в порядке. Правда? Да. Ну, пойду помогу. Да, спасибо. У вас... Здесь. А? Вот, возьмите. Спасибо. Ну вот. Вот наша Тонечка. Давай с нами пойдешь. Пока я с мужиком разбираюсь, ты не дай сбежать, понял меня? У нас расклад какой, боксер? Я с центрального зайду. Ты здание обойди, там еще обычно один вход есть. Ясно? Ясно. Сделаю. Эй, барышня! Поможешь мне обуть ножки? Ты моя крошка. Ну, давай. Ну, вам уже лучше. А? Да, спасибо. Спасибо вам большое.
Мы вас больше не задерживаем. До свидания. Ну, да. Ну, удачи вам. Да, до свидания. Меня Юля зовут. Да. Ну да, Андрей. Скажи дяде пока. Пока. Андрей! Пока, 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 пока. Подожди, подожди. Давай поправимся, сейчас мы пойдем домой. Да? Красивый мой? Если улыбка. Да. А вы кто? А мы ищем Данилову, Юлию Валентиновну. Это ведь ее дочка. Ну да. А что? Девушка, а можно нам с воспитателем пообщаться? Ну, пожалуйста. Зачем вам воспитатель? Она может помочь нам связаться с Даниловой. А вы что, сами не можете? Если бы могли, мы бы вас не беспокоили. Это по очень важному делу. Пожалуйста, не очень торопитесь. Больно на меня пропустить. Кроме родителей, я никого не могу пропустить. Мы тоже родители. Просто наши дети в другом садике. Нам очень надо вы слушать. Помолчи. Хорошо. Пущу. Только всей толпой не заходите. Спасибо вам, девушка. Они здесь. Кто? Они вас нашли. А как? Кто? Не может быть. Так быстро? Что же делать? Еще один. Есть? Там. Ну, давайте, скорее, скорее, скорее. За мной. Подождите, подождите, подождите. Так, туда, туда, туда. За мной. Сюда, сюда. Ах. Ребенка давайте. Давайте ребенка. Осторожно. Так. Ах, самая моя маленькая. Давайте, не бойтесь, ну. Скорее, скорее. Руки, не бойтесь. Так зачем вам Юлия Валентиновна? А Юлия Валентиновна сумочку свою потеряла. Да, а мы нашли. Вернуть хотим за вознаграждение. Девочка здесь еще? Нет. А Юлия Данилова, которую вы ищете, она только что забрала Тоню. Да? Да. Жаль. А может, адресочек домашний подскажете? Нет, я не подскажу. Я ее адреса не знаю. А кто знает? А, ну, вообще-то заведующая, но ее сейчас нет. Точно нет? Нет. Ладно. До свидания. Да, до свидания. Подождите, а вы можете оставить сумочку в группе, а я передам, когда она свою дочку в садик приведет. А вознаграждение вы нам заплатите, а? Нет. То-то же. Ладно, будем искать. До свидания. Да, до свидания. Эти люди опаснее, чем я ожидал. Юля, вам нужно срочно поехать в участок. Они должны вас охранять, я не знаю, жилье какое-то безопасное предоставить. Не отходить от вас ни на минуту. Ну да, защита свидетелей, или как у них это называется. Бросить все, уехать к черту на рога, мало нам сто не досталось, да? Юля, вы не понимаете? А потом окажется, что нас никто защитить не может. Вот следователь утром мне обожился, что нас никто не видит, все строго конфиденциально, вот прям секретно до невозможности. Пол второго, надо Тонечке есть. Вы не понимаете? Они могут знать, где вы живете. Сейчас вам нужно срочно к следователю. Нет, я не думаю. Скорее всего, они начали за мной следить после опознания. Паспорт дома, ключ у меня. Хорошо. Но в квартиру я зайду с вами вместе. Я должен убедиться, что там никого нет. Со мной все будет в порядке. Мне не нужен охранник. Спасибо. Разве только руку обработать? Идемте. Пойдемте. Что у вас там? Разминулись. Успела дочку забрать. Так, поедем, навестим коллег Юлии Валентиновны.
Пообщаемся с ним на предмет домашнего адреса. Он на Восточная, 12, вбей. Сейчас мы будем кушать, сейчас мы, зайчик. Алло, алло, следователь Ракицкий? Нет? А не могли бы тогда меня с ним соединить? Это Юля Данилова. Скажите, чтобы он со мной связался. Это срочно. Да, спасибо. До свидания. Ну что? И мне сказали ждать. Это Светлана Александровна, воспитательница из детского сада. Ну вот, решила вам позвонить. Тут приходили двое мужчин. Искали вас. Сказали, что нашли вашу сумочку. Вы понимаете, они спрашивали ваш адрес. А вы ничего мне не сказали? Ну, там, телефон, нет, ничего? Нет. Спасибо. До свидания. Спасибо, да. Они узнавали мой домашний адрес. Они знают мое имя и фамилию. Иди сюда. Они были в бумажнике, мои визитки. Что теперь делать? Так, нужно найти какое-то безопасное место. Уже потом, оттуда вы сможете звонить вашему Ракицкому. Есть такое на примете? Ну, я не знаю. Можно позвонить подругам. Одной из них есть дача. Может, туда? Нет, 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 нет. Подруги, знакомые, это все отпадает еще. Ну, не знаю, можно снять дом. Вот прям перепопавшись в какой-нибудь глуши. Никто не свяжет его со мной. Ну да. Отлично. Вы превысили допустимую скорость. Через 300 метров поверните налево. Алло. В яслях ее не было. Да забрала девчонку у нас прямо перед носом. Ну ничего, мы в офис ее едем. В смысле? Так у нас... Понял, сделаем. Соединение со спутниками установлено. Короче, в офис нельзя. Засветимся. Он сказал набрать еще по ней информации, чтобы он мог пробить по базам. Бизон, дай сумку. Да нет мне ничего, я все обыскал. Вы вернулись на маршрут. Плохо искал, Бизон. Вон квитанция за телефон. И че? Да ничего, тут адрес ее домашний. На, вот Хилл, убивай. Петровская, 62. Квартира 75. Развернитесь налево. Давайте. Ну вот, например. Давайте. Звоните. Так вот, есть река, лес. Угу. А, алло, да, здравствуйте, я вам по объявлению звоню. Ага. Скажите, пожалуйста, дома еще вы не сдали? Отлично. Я могу прямо сегодня заехать? Мама! Да-да, адрес там написан. Угу. Да, да, спасибо. Ну вот, я пойду собираться. Андрей, возьмите, пожалуйста, мой паспорт вон там, на столике, в шкатулке. Угу. Берите все самое необходимое, а телефон мы купим по дороге. Сейчас я найду тебе твою бутылочку. Сейчас, где же она? Ну вот, теперь у вас есть телефон. Заряжен.
Можете звонить. Сейчас. Давайте, давайте, я помогу, давайте. Следователь Ракитский слушает. Евгений Петрович, это Юлия Данилова. Да. Вы обещали обеспечить мне безопасность, я ничего не перепутала? Да, что, они собственно... нашли меня, чуть не убили. Как они узнали, что тайный свидетель – это я? Кто узнал? Кто меня защитит? Добрые люди? У нас, кажется, случайные прохожие быстрее спасут, чем наша доблестная полиция. А где вы сейчас находитесь? Мне некуда было идти. Что? Они меня найдут, подруг. Поэтому я еду в деревню, в дом, который только что сняла по объявлению. О нем никому не известно. Записывайте адрес. Да. Да, диктуйте. Записал. Юлия Валентиновна, завтра утром я буду у вас. Вы уверены? Не беспокойтесь, Юлия Валентиновна. Мы берем вас под охрану, как ценного свидетеля. Я это уже слышала. Ну, что он сказал? Сказал, что приедут, как вы и говорили. Это очень хорошо. Дальше мы сами уж точно. Я вам, наверное, что-то должна за телефон. Не говорите ерунды. Ну, давайте мне. Сыночка, где Жанна? Юль, давайте я с ребенком помогу. Не надо, не надо, давайте, я сама. Давайте. Вот тут. Иди сюда. Иди скорее. Послушайте, Юля, следователь приедет только завтра, а вообще не боитесь? Едете в чужой дом, в незнакомое место. Там, может, помощь какая-то нужна, а вы одна с малышом на руках. Ну, у вас своя жизнь. Нет, у меня сейчас. В общем, это не важно. Мне так будет спокойнее, Юль. Давайте я вас провожу туда. Хорошо? С вами доеду. Давайте. Сюда. Тепленькая. Соскочила коса. Они ушли недавно. И как ты догадался? Они тебе записку оставили? Каша горячая, идиот. Если мы еду сюда не прикончим, главарь нам голову отгрызет. Как отгрызет? У него теперь руки коротки. У главаря, может, и коротки, да только у него есть, кто нам глотку перережет. Да, боксер? Заткнитесь, идиоты, про брата моего говорите сейчас. Ну, смотри, ничего нет от подружки-то, а? У каждой из них есть дача, квартира. Полно мест, где она может прятаться. Бизон, хорош жрать. Алло, мы ее упустили. Ходим. В тачке почитаю. Ну вот и добрались. Коттедж, конечно, не люкс, но городским нравится. Тишина, кругом никого, лес, речка, грибы, ягоды. Там за домом причал, лодка есть, рыбачить можно. Да, это вот вам. Угу. У меня к вам просьба. Никому не говорите, что вы сдали этот дом. Кто ж меня спрашивать-то будет?
Там на веранде свет не горит. Я завтра пришлю кого-нибудь, пусть исправят. А может, муж вас посмотрит. Я все починю. Варвара Антоновна, давайте ключи. Хорошо. Да. Да. Ну, хорошо, я тогда поеду. Да, там еще есть ящик с инструментами, там пассатижи, все там. Разберетесь. Все. Спасибо вам. Да. Хорошо. Всего доброго. Ага, все, я тогда поеду. До свидания. Пошли. Все. Работает. Что дома случилось? Да не могу понять, как тут все работает. Электричества же нет, но мне надо ребенку молоко подогреть. Так. Давайте я посмотрю. Да что тут смотреть? Ясно же, что не работает. Я сейчас инструменты возьму и посмотрю. Надо было все-таки сказать хозяйке, что прислала кого-нибудь. Можно нас попросить? Зайдите, пожалуйста. А? Посветите мне, пожалуйста. А, нет, ну тут все просто. Проводок отошел, видите? Вы понимаете, если все приборы включены, то от напряжения щиток вырубает. И приходится уже его вручную делать. Это несложно, но как бы с кондачка не поймешь. Вот. Угу. Вот так. Ну что, пробуем? О, работает. Все очень просто. Да, действительно, не очень сложно, даже для городской женщины. Мама! Тоня, иду! Тонь! Слушай опять. Как забыл? Совсем закрутился. Вы в машине? Да, я в машине. На столе оставили. Спасибо. Тебя подвезти? Да. Давайте, спасибо. Слушай, да выключи это, по мозгам бьет. Ты рот свой закрой. Меня ни почему не бьет. Было бы почему бить. Что сказал, а? Слышь, отскочили! Отскочили. Боксер, уже третий час. Чего мы тут высиживаем? А если она до утра не появится? Значит, до утра сидеть будем. Чего, мы всю ночь будем сидеть в этой тачке? Всю ночь. Чтобы не спал никто? Отлично, не спать, не дышать. Слушай, а можно сходить пожрать? Отсюда мы никуда не уедем, но пожрать надо. Бизон, хорошей фигней мается. На, вот, сходи в магаз. А чё я сразу? Я пешком не пойду, и район я не знаю. Района не знаю? На, узнаешь район. Евгений Петрович, я не понимаю, как вы можете быть таким спокойным? Ты о чем? Да эти сволочи у нас главного свидетеля чуть не убили. А мы полдня листочки перекладываем. Ну и как, по-твоему, мы должны были поступить? Ну, не знаю. Поехать сейчас в эту Кировку. Давайте я поеду на электричке, у меня пистолет есть. Пистолет у тебя есть? Ну что, приедешь ты ночью, только напугаешь ее, ее и ребенка. Нет, поступим, как мы решили. Поедем завтра. И охрану с собой возьмем. А бегать за бандитами и сидеть в засаде – это не наша с тобой работа. Наша с тобой работа – головой думать. Вот как они на нее вышли. Может, мы где-то ее засветили? Не знаю. Может, она сама где-то засветилась? Может быть. Здесь притормозите, пожалуйста, я выйду. Спасибо. Да не за что. До завтра. До завтра, Петя.
Боксер, я тут подумал. А что, если мы ее не найдем, а брат твоего закроет? Рот свой закрой. Ясно? Да ясно, ясно. Просто все деньги до сих пор у тебя, а мы с Бизоном их до сих пор не видели. Вы не увидите, пока брата не вытащим. Ах ты, мелкая душонка, а. Че, решил денег сорвать и соскочить под шумок, да? А че, я не прав? Не прав! Потому что где деньги, знает только брат. И скажет он нам только тогда, когда мы бабу завалим. А если ты брата решил кинуть, трусливая ты тварь, я с тобой церемониться не буду. Я тебя завалю. Че за кипиш, пацаны? Да нормально все. Че так быстро-то? Да здесь палатка рядом была. Вот пожрать принес. Это что, все, что ли? Нам тут еще часа 3-4 до утра сидеть. Не хочешь, не ешь. Вот ночь настает, день прошел. Мы наедине, нам вдвоем. Хорошо, спит город наш, улицы спят и дома. Спит все вокруг, и тебе спать пора. Ложитесь спать. Что вы мне указываете? Я сама прекрасна. Извините. Это нервы. Я просто очень испугалась. Это противное чувство. Вы правы, я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Андрей, вы будете с нами завтракать? Да, спасибо. Тогда минут через 15 к столу. Вас и не узнает. А, ну да. Что-то запустил себя в последнее время. Ты не подумаешь, что это какой-то новый дядя. Да? Вы вот ешьте омлет. Я, честно говоря, не знаю, как он получился. Я, в общем-то, не умею готовить, не приходилось как-то. Что, некому готовить? Ну, для себя неинтересно.
там Тони вот вырастет, я обязательно научу и буду щи-борщи варить. Ну да. Звонил следователь. В общем, они скоро выезжают. Вместе с оперативником, вооруженным до зубов. Так что вы можете ехать в Москву. Да. Подожди, ну, не сейчас, что вы так торопитесь. Доешьте. Так что, Петь, организуй нам машинку. И пусть водитель внимательно посмотрит маршрут. Здравствуйте. Здравствуйте. Ань, есть что-нибудь? Привет. Привет. И желательно УАЗик. В глубинку едем. Далеко забралась. Но это хорошо. Мы бы ее лучше и не спрятали. Когда выезжаем? Я сейчас к начальству. Пару часов высижу. А потом сразу и поедем. Да, Петь, и пусть нам пару оперативников выделят. Одного сейчас возьмем, а другого дня через 3-4. Свидетельницу нужно охранять. Ань, я на совещание. Хорошо. То есть, вы следователю позвонили, давайте я дождусь его и передам вас из рук в руки. Ну что, мы чемоданы какие-нибудь? Не надо нас передавать. Ну что, не взрослая, самостоятельная женщина. Ну да. Да. Ну, что ж. Давай, солнышко. Давайте так, вы с ним поедете. Когда все обустроится, я, может, я вам позвоню? У вас же телефона нет. Да, точно. Андрей, а что вы за человек? Я вот про вас ничего не знаю, кроме имени и того, что вы работаете в МЧС. А что про меня знать? Работал в МЧС. Сейчас разнорабочий. А семья? И семья была. Ну, в общем, Юль, вам это знать не обязательно. Эти вам, мои проблемы вам совсем не нужны, у вас своих хватает. Будешь еще? А вы знаете, ведь Тоня не моя дочь, а сестра. Я ее удочерила после смерти Кати. Ну, это очень хорошо. Это очень правильно. Дети для нас это самое важное. Да, все эти подгузники, бутылочки. Это вам не годовой отчет составить. Этому меня в университете не учили. Ладно. Поеду. Да, вы не волнуйтесь. Вы сделали для нас все, что могли. Не беспокойтесь, у нас все будет в порядке. Ну да. Ну, удачи вам. До свидания. Бог подземного мира, 3 буквы. Есть варианты? Аид. О, подходит. Че там копаешься, боксер? Все уже пересмотрели 1000 раз. Да понять не могу, куда она могла деться. А я понять не могу, чем мы здесь сидим. Ну ясно же, что она свалила. Видать, не дура. Ты чё гоношишь? Сказали тебе молчать и сидеть ждать. Значит, сидишь, молчишь и ждешь. Да, алло. И чё? Никакой информации? Куда она могла деться, а? Чё за газета у тебя? Где взял? Да дома не увалялась. Дай посмотрю. Я знаю, где. Все сделали, как вы просили. Здрасте. Здрасте. Долго ехать? 2 часа. Дорогу в навигатор забил? Не, навигатор мне доверяй. Я по старинке люблю.
Скажите, а сим-карту я могу к нему сразу купить? Да, конечно. Ваш паспорт. Паспорт. Вот, пожалуйста. Угу, спасибо. Простите, но это не ваш паспорт. То есть как ты? Ты уверен, что вы возле Сычевки правильно свернули? Конечно, по карте же ехали. По карте ехали. Мы час назад должны уже быть на месте. Сейчас остынет, да доедем. Вот сейчас у деда спросим. Здорово, дед. И тебе не хворать. А деревня Кировка далеко? А я такой вообще не слышал. Не слышал. В навигатор надо забивать. Давай, закрывай, поехали. Сейчас остынет. Никак, еще. Тоня, Тоня, давай вместе. Сильно. Ой! Давай еще, давай посмотрим, а где у нас корова? Нет, это же кукареку. Петух. Кукареку. Да. А где корова? О, ребят, а вы кто? Как сюда попали? Нам нужен адрес дома, который вы сдаете. А, дома? Так я его уже сдала. Вы бы раньше на день пришли. Кому сдала? Вот это сдала, смотри. Да нет. Нет, вроде, не знаю. Ребят, господи, да вы чего? Ребят, вы чего? Да я же ее впервые... Я последний раз спрашиваю, бабе сдала. Впервые же ее видела, да? Женщина приличная, и муж с ней был. Ну, да, она меня попросила никому не говорить, а мне-то что, мое-то дело же маленькое. Мне ж только прибавка к пенсии, а так, так я и не стала вам ничего говорить, вы уж меня не... Адрес, говори быстрее. Говори! Вы нож-то уберите, а, бог ради... Я же больше уж ни про что думать. Нож убери. Скажи спокойно адрес. Мы уйдем. Деревня Кировка. Улица Правды, дом 9. Крайний дом у реки. Кончай ее. Где-то через километр направо. Ага. Она у тебя быстрее едет? Сейчас опять закипит. Закипит. Мы час назад должны были быть на месте. Вон она полетела, смотри, смотри. И села на водичку, да? Покажи, где куль летит. Вот они, да? Там. Да? О, как много, да? Гуля, да? Гуля полетел. Красиво? Thank you.
кто-то к нам приехал. Пойдем посмотрим. Следователь Ракицкий. Да, иди скорее сюда. Теперь ни волк не съест, ни медведь не заломает. Пойдем. Тебе спать уже положу. Мент этот по-любому где-то здесь ошивается. Сначала мента этого валим, потом бабу. Бизон, дом обойди. Посмотри, мало ли он где-то там на участке трется. Действуй тихо. Ну все. Ну давай, закрывай глазки. Ну давай, ну ложись. Я тебе сейчас бутылочку принесу, Тонь. Ложись. Подожди. Мама. Тоня, сейчас. Кого?
Юля! Андрей! Они здесь. Я знаю. Значит так, давайте убираться отсюда. Пойдемте со мной. Тихо, тихо, помолчи, маленькая. Тихо. Иди со мной. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Давайте. Сюда, сюда, сюда. За мной. Давайте, давайте. Ну что, коляска здесь. Значит, далеко не ушла. Ну что, нашли бабу? Да нет ее здесь. Опять слинял. На участке тоже нет нигде. Я все обошел. Да никуда она не денется. Здесь глушь одна. Идите к реке, посмотрите. Я здесь побуду. Давай. Андрей, как вы здесь оказались? Вы же уехали. Я вам звонил. Вы трубку не брали. Потом позвонил следователю. Сказали, он выехал к вам. Я думал, он с утра еще здесь. Вы из-за этого? И вот. Быстро. Мама! Еще мента в доме не было, значит, баба с ребенком одна была. Там проверь. Чувствую, что она где-то рядом. Не вплавь же она. Тихо, тихо. Все будет в порядке. Бизон, надо торопиться. Слушай, может, она с этим мужиком с кладбища уехала? Куда, не знаю, за барахлом детским каким-нибудь. Ладно, поехали. Все, ушли. Давайте так. Тихо. Уйдем по реке на лодке. Хорошо? Пойдемте. Пойдемте. Ну что? Ничего. У реки ее тоже нет. Короче, с ментом она или без, это не важно. У нее один вариант остался, электричка. И что с того? Ничего с того. Может, на станцию еще застанем. Зачем я только в это ввязалась? Я откажусь от этих чертовых показаний, лишь бы только нас оставили в покое. Никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной, если бы не вы, Андрей. Юля, я вас больше в Стоне не оставлю, пока вы не будете в безопасности. Вы же не откажетесь от показаний, да? Эти люди должны быть наказаны. Нет, не откажусь. Но как они узнали? Ведь никто не мог. Разве только следователь? Ракитский. Он знает, где я работаю, где я живу, абсолютно все. И потом он поймал главаря. Ну, значит, кто-то из его подчиненных. И боюсь, что этот ваш следователь даже не догадывается, кто. Помощник? Помощник следователя. Как его? Этот? Кудряшов. Он со мной так разговаривал во время опознания. Что теперь делать? Не бойтесь, Юля. Есть у меня идея. Давай. Так. Прикиньте, могли бы и врезаться. Вот куда несутся? Давай направо. Тихо-тихо-тихо. Давайте ребенка. Давайте ребенка. Тихо, Тонечка, иди ко мне. Держите. Опа, Тонечка, иди ко мне. Вот. Вот так.
Тони, иди ко мне. Здесь, за лесом, есть дорога. Сейчас до нее доберемся, потом в город. Пойдемте. Тихо, тихо, тихо. Я не вижу ничего. Обойдите вокруг дома, мужики. Дверь открыта. Осторожно. Так, все? Да. Вы простите. Так. Все, 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 все. Давайте. Давайте. Хорошо, держите. Так. Да куда нам теперь? Все будет нормально. Ждем, ждем. Вот. Здрасте. До города довезете? Здрасте. Конечно, залезайте. Спасибо. Давай, давай. Она кого-то испугалась. Похоже, эти уроды нас опередили. Как они узнали, что она здесь? Думаете, они ее? Да не знаю я, Петя. Будем надеяться, что она успела уйти. Мужики, покрутитесь кругом. Объявляю ее в розыск, Петя. Хорошо. Да, и пусть наши проверят телефон Данилова на предмет прослушки. И давай оперативнее. А зачем мы здесь? Здесь работает мой друг, он нам сможет помочь. Ну, идем туда? Нет. Я туда не хожу. Сейчас у него пересменка, он выйдет. Ты хорош болтать, иди технику проверяй. Дима! Андрей! Здорово. Дружище! Дима, здорово. Ты чего, откуда? Дим, прости меня. Год не появлялся, а сейчас сразу с просьбой. Да что такое, неприятности? Это с тобой? Не спрашивай меня ни о чем. Просто дай мне машину, а? На неделю. Я же отдам. Ну, держи. Дима, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо. Все. Все хорошо. Пойдем. Смотри, какая любознательная. Даша, мы когда домой приедем, я тебе эту книжку почитаю, хорошо? Да. Андрей! Юля, в общем, дом, в который мы едем, это, ну, хозяйка моя родственница. Ну вот, побудьте пока у нее. А вы? Я… Ну, в общем, у нас с ней отношения немного не ладятся. Точнее сказать, вообще не ладятся. Да. Но вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Все будет хорошо. Thank you.
сейчас подождите меня лучше здесь, хорошо? Да. Тут. А. Сейчас я. Кто здесь? Это я, Зинаида Степановна. Андрей. А ты зачем сюда приехал? Здесь тебя никто не ждет. За помощью. Здесь ты ее не получишь. Помощь не мне нужна. А ты, смотрю, времени зря не терял. Семью, значит, новую завел. Жизни радуешься. Недолго ж ты горевал по Дашеньке и Светочке. Еще осмелился ее сюда притащить. Зинаида Степановна, этой девушке нужна помощь. Ей нигде ночевать. Я ей только помогаю. Я тебе не мать, Тереза. И тебе, и твоим бабам помогать не собираюсь. А ну, марш отсюда, пока я милицию не вызвала. Ладно. Юля. А зачем вы так говорите? Андрей порядочный человек, мы совершенно ему чужие люди, а он нам помогает, вы... Тихо. Ну, ладно. Куда ты в ночь с малым детем пойдешь? Идите в дом. Я ее пустила только из-за ребенка. А вот тебя в своем доме я видеть не желаю. Пошли. Ну, а как же... Юля, пожалуйста, идите в дом. Переночуйте там, я утром приеду. Ну, подождите, вы не можете возвращаться, они видели ваше лицо. Юля, не думайте обо мне. Со мной все будет хорошо. Идите в дом. Идите. Так, это тебе белье. А, там в кроватке для ребенка, там чистая постель. Mm-hmm. Спасибо вам. Извините, что мы вот как-то так, без предупреждения. Ой, да ладно тебе. А, вот там в ящике детские вещи. Если какая-то одежда подойдет, бери. Uh-huh. Ладно? Спокойной ночи. Не надо, тут уже чуть-чуть осталось. Точно? Да. Сейчас все будет готово. Только надо, Селяги, я открою. Сейчас посмотрим, кто там. Андрей. Димка. Ты же говорил, через неделю. Димон, я понимаю, ночь на дворе. Пусти меня переночевать, а? Проходи, конечно, дружище, ты чего? А Томка? Да Тома только рад будет. Проходи, на тебя ужином накормят. Давай, давай, раздевайся, конечно. Тома, гости! Давай, ешь, ешь. Тома тебе на всю жизнь обязана, что сейчас не ходит вдовой матерью одиночкой. Думаешь, забыли, как ты мне жизнь спас? Такие вещи не забываются, Андрей.
Так, мы спать. Целуй маму. Дяди Маши, пока. Спокойной ночи. Пока. Все. Вырос как? Конечно. Ты же его год не видел. Что ж ты так к нам ни разу не зашел за это время, а? И не попрощавшись, исчез. Димка тебе тогда каждый день названивал. Все надеялся, что ты трубку возьмешь. Не знаю, Тома. Наверное, одному надо было побыть. Да. Вид у тебя, конечно. Похудел, гляжу. Да. Ну, бывало хуже. Ты когда в отряд вернешься? Наверное, никогда. Такую профессию не бросают. Это же не профессия, это призвание. Смотри, даже я уже из декрета вышла. Хорошие диспетчеры всегда нужны, так же, как и хорошие спасатели. Хорошие, может, и нужны. А мне там делать нечего. Димка сказал, что видел тебя с женщиной какой-то, с ребенком. Красивая, говорит. Твоя? Нет, Тома. Просто помогаю. Тебе жить надо, начать заново, а не хоронить себя. Пить шел бы ты домой? Да, можно. Спасибо. Может, все-таки остаться, помочь что-то? Нет, Петь, не надо. Вот поймай этого урода и отдохну. До завтра. Угу. Ракицкий. Слушай, мне на этот раз нужна твоя помощь. Надо проследить кое за кем. Ну, куда ходит, с кем встречается, а главное, кому звонит. Кто объект? Мой помощник. Петр Кудряшов. Да. А я уже давно ничего не удивляюсь. Сделаешь? Господи, она вся горячая, действительно. А, что ж делать? У меня таблеток-то никаких нету. А, я сейчас принесу уксус, мы и тельце натрем, и жар снимем. Да, я так дочке жар снимала. И ничего не бойся, мы справимся. И ты ее к себе сильнее прижимай. Материнское тепло, оно лечит. Сильней, крепче держи. Thank you.
температура спала. Это хорошо, что вы сюда приехали. Где бы ты с таким ребенком всю ночь моталась? Спасибо, что вы нас спустили. Но не волнуйтесь, Андрей приедет, мы сразу же уедем. Я что хотела сказать, вы оставайтесь здесь, ну и живите сколько надо, пока девочка не выздоровеет. Зинаида Степановна. Зинаида Степановна. Я понимаю, это не мое дело. Я не знаю, что у вас там произошло с Андреем, но зря вы с ним так. Я его просила не уезжать, остаться на ночь. Он все в город рвался. Я сердцем чувствовала, а он не поверил. Потом дорога, авария. На нем не царапины, а вот мои дочки и внучки больше нет на этом свете. Андрей очень страдает. И потом, вы друг другу единственные родные люди. Ты поспала бы ее часа два, а то ведь всю ночь на ногах. Слушаю. Да, товарищ полковник. Нет, Данилова на связь не выходила. Ищем ее. Евгений Петрович. Да, буду держать вас в курсе. Ну чего у тебя? Только что общался с работницей кладбища. Расспрашивал про драку. Ну чего она говорит? Что видела? Нашла на месте драки на следующий день. Жетон. Такой обычно у МЧСовцев. Ну, судя по всему, нашего прохожего жетончик. И еще воспитательница из детского сада видела Данилову с каким-то мужчиной. Ну, вы личность по номеру установили? Обижаете. Зотов. Андрей Викторович, капитан. Год назад уволился из МЧС. Проходил свидетельно по автокатастрофе, в которой погибла его жена и дочь. Что примечательно, произошла она в тот же день, что и убийство сестры Даниловой. Знаешь что, узнай-ка мне побольше про этого Зотова. Где он теперь работает, где живет. Надо хорошо понять, что это за фрукт. Сделаю. А, да, еще. Телефон в квартире Даниловой проверили. Прослушки не было. Вот это уже хуже. Здорово. Сейчас я приду. Кто боксер? Даже отвечать не стал. Глянь. Что-то я не понял, это что такое было? Ты догадайся с трех раз. Что, наш двойной агент боится засветиться? К
короче, к бабе никого не представляли. Мужик этот не мент, а так случайно на кладбище оказался. Что с того? А то, что мы знаем, где он работает теперь. А, кажется, я понял. Найдем нашего героя, там и до бабы будет рукой подать. Верно мыслишь, Хилый. Тонь, давай ложечку съедим. Ну, давай, давай ложечку съедим. Одну. А смотри, Тонечка, какую я тебе куколку принесла. Смотри, какую я игрушечку нашла. Вот какая куколка. Моя Дашенька любила с ней играть. Вот так. Вот как. Тонечка, давай съедим одну ложечку. Ну, одну ложечку. Ну. Мама! Это Андрей. Я встречу. Ну, как вы тут? Как Тоня? Это ей. И тебе переодеться. Ой, спасибо. У нее температура всю ночь была. Зинаида Степановна помогла. Она нам предложила остаться на пару дней, пока Тоня не поправится. Ну, это хорошо. Это очень хорошо. Я бегу. Я сейчас уеду. Вот, для Тони там игрушки, питание привез. Зайди, раз приехал. Спасибо. Ну, что теперь делать? Могу же здесь спрятаться до суда. Знаю. Юля, ты... Простите, вы... Да нет уж, давай на ты. В общем, нужно позвонить Ракитскому. Ясно, что у них там крот. Да и самого Ракитского я бы как-нибудь проверил. Как? Нужно назначить ему встречу. В каком-нибудь людном месте так будет безопаснее. Посмотреть. Если за ним будет хвост. Ну, давайте ему прямо сейчас позвоним. Так, стоп. Юля, сейчас звонить не надо отсюда. Вычисли телефон. Здесь Тоня, так рисковать нельзя. В общем, так, позвоню, когда поеду. Позвоню ему из машины. А на встречу пойду один. Нет, подождите. Это мое дело, я еду с тобой. Юля, давайте так, я знаю, что я делаю. И поеду я на встречу один. Я еду с вами, точка. Рыбка плывет, 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 плывет. Рыбка, рыбка плывет. Или это птичка, подожди. Летит, комара поймаем. Динасит. Уток, уток, уток. Пум-пум-пум-пум. Вот так делай. Зинаида Степановна, я вещи мои из общежития привез. Где они? Переодеться хочу. В кладовке посмотри. Я туда все твои сумки поставила. Хорошо. Птичка. Вообще я не об этом, Зинаида Степановна. Можешь нам поговорить? Ну, иди. Иди, моя маленькая. Ага, ага, ага. Не могу я. Не могу я простить тебя до сих пор. Ладно. Андрей! Я пытаюсь. Ну, вот. Спасибо. Тонечка, пожалуйста. Мама скоро приедет. Мама приедет. Ну. А ты, бабушка, слушайся. Моя маленькая. Поехали. Ну все, едем. Они скоро приедут. Едем. Да. В город едет. Купит тебе всякую вкусную конфетку. Все приедут. И вернуться. Да. Поехали.
что пора? Алло, следователь Ракитский. Меня зовут Андрей Зотов. Одну минутку. Петь, ты это... отнеси дела в архив, а? Давай, Петь, отнеси. Отнеси, отнеси. Хорошо. Одну минуточку, сейчас. Спасибо, Петь. Да, Андрей. А Юля с вами? Да. Юля рядом. Нам нужно с вами встретиться. Желательно в людном месте. Нет, это не подойдет. Вы знаете, рядом с Юлиным домом есть торговый центр. Да, новый. Вот там. Мы будем ждать вас в 6 часов. Только приходите один. Договорились. Он придет. Торговый центр, а почему там? Потому что это правильно. Охранники, куча камер. Правильно. Я боюсь. А я буду рядом. Ты мне доверяешь? Доверяю. Иначе бы я не поехала. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ракитский слушает. А вы телефон его домашний пробили? А он домашним почти не пользуется. Только когда по межгороду родителям звонит. В основном все по сотовому. Сам Витя Козырев пробивал. Ну ты же знаешь, какой он дотошный, этот гений компьютерный. Так что все чисто. Я понял. А вообще твой Петька парень довольно скучный. Никаких переписок с девушками, даже страниц в социальных сетях нет. Прикинь, ботаник какой-то вообще. А левого номера у него нет? Не, это единственный. Да ладно тебе, Жень, радуйся, что парень чистый. Точно не он? Жень, ну я тебе говорю, Козырев пробивал, ну ты чё? Ну ладно, бывай. Спасибо. Давай, пока. Слышь? Где главный-то? Сергеич! Чего с нами говорят, бля? Да, чего? А вот там какие? Чего? Здрасте. Добрый день. Андрей Зотов еще, он у вас же работает, да? А ты кто такой? Чего тебе надо? А я бывший его коллега по МЧС. Работали вместе, он сказал, что здесь работает. Ну, денег да. Ему привез, вот должен был, все год не мог отдать. Деньги — это хорошо. Я бы с удовольствием, только как с госземлю канул. 3 дня на работе не появлялся. Вообще-то такой за ним не водилось. Он мужик надежный, хороший. Да, Андрюха надежный. А может, адресочек его подкинете? Чё б не подсказать. Вот в вагончиках. Все тут и живем. Спасибо. Бывай. Евгений Петрович, я не понимаю, почему они хотят, чтобы вы приехали один? Похоже, не доверяют. Здрасте. А вы? Вы этому Зотову доверяете? Я опять никому не доверяю. Садись. Данилова не выходила на связь с тех пор, как уехала в этот дом у реки. Так что мне нет никаких гарантий, что она жива. Thank you.
что, готова? Ты будешь рядом? Да. Все время. Готова. Миш, ну такой нет. Чай, ты там посмотрел. Твою мать, никого. Какой человек захочет так жить? Конура метр на метр. Тут кому жить осталось недолго. Смотрите, все бабло собрал. Походу, ради нее старается. Алло. Что? Едем. Данилова со следователем связалась. В торговом центре встречается. Когда? Сейчас. Поехали. Их там. Ты в комнату охраны. А, будешь следить за камерами. Да, и без всякой самодеятельности. Они должны думать, что я один. А может, ты без подкрепления будем? Да, я не успел получить ордер, чтобы нам выделили группу. Да и начальству нельзя было сообщать о нашей встрече. Они бы всю операцию завалили своими согласованиями. Ну все, Петь, с Богом. Юля, подожди. Наступи-ка здесь, хорошо? Я пойду все проверю. И вернусь за тобой. Стой. Thank you.
что надо? Сюда посторонний. Следственный комитет. Разрешите, пожалуйста, воспользоваться вашей аппаратурой. Спасибо. Что происходит? Да все нормально, расслабьтесь. Я посижу у вас немножко. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Ну что там у тебя, Петя? Да ищу я, ищу. Нет ее нигде. Вон, видишь, следак сидит. По ходу дела они реально встречу здесь назначили. Короче, так. План такой. Я здесь остаюсь. Здесь обзор хороший. Бизон, на тебе стоянка, а ты прочеши второй этаж хилый. Только давай мозгами думай. Что на камерах, они должны были уже прийти. Да с этим невозможно справиться в одиночку. Одна у лестницы стоит. Да не надо торопиться, я с ней сам разберусь. Ты лучше караулить этого хмыря. Наверняка где-то здесь оттирается. Возле строящегося павильона. Спасибо. Хилый, бери трубку. Пожалуйста, не надо. У меня дочь. А мне плевать на твою дочку. Ты сюда нас хотела довести, да? Идем. Нужно выбираться отсюда. Они не дадут. А мы выберемся. Да. Ну, здесь, на парковке. Ну, не знаю, люди какие-то ходят. Рабочий выходил. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Садись. Да. И чё?
Я же тебе сказал, через меня никто не проходил. Да нормально я смотрел. Понял. Да. Да не отвечал, потому что по спине получил. Я эту козу уже в подсобку загнал. Она уже у меня в руках была. Вдруг этот хмырь появился. Да ушла она, ушла! Да ладно. Пойди с меня, эта дрянь, а. Короче, хорошо, что следак ее не перехватил. Я не буду давать наказания. Они меня убьют. Юля. Тоня, останется сиротой. Ты вообще видел глаза этого человека? Так, все, стоп. Все. Успокойся. Потом все обсудим. Ну куда, черт подери, они делись? Похоже, этот Зотов второй раз спасает нашу единственную свидетельницу. Вот куда ты смотрел? Да там столько этих экранов, с этим невозможно справиться одному. Как они узнали о встрече? Что теперь будем делать? Я не знаю, Петь. Боюсь, Данилова может отказаться от дачи показаний. Да. Доверия к нам сегодняшняя история точно не прибавит. Теперь сам себе не доверяю. Пошли. Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай. Баю-бай, баю-бай, поскорее. Я помогу. Не могу больше. Эти люди, они отняли жизнь моей сестры, они отравляют мою жизнь. Ты рискуешь из-за меня. Обо мне думать не надо. Андрей, дай мне сказать. Мы не можем здесь оставаться. Эта женщина, Зинаида Степановна, она и так... Сейчас это самое безопасное место. Никто не знает, что мы здесь. Вам нельзя отсюда уезжать. Себя не щадите, пощадите хоть ребенка. Я буду вам помогать. Мне все равно, кто на вас охотится. Погоди, Петя. Евгений Петрович. Ну чего тебе? Я вот хотел... Аня, выйди, пожалуйста. Ну и как давно? Не знаю. Есть предположение, где подкинули? Может, кто подкинул? Нет. Значит, слушали.
значит не спит. Тихо-тихо, бутылочку. Сейчас. Вот она. Бутылочка. Тише, тише скорее сама. Тише. Держи, моя маленькая. Ну все. Спи, Тонечка, спи. Спи. Ну, ложись, так. Ложись, ложись. Ну все, Тоня, теперь ты в надежных руках. Она и была в надежных. Уже не спится. А, да. А ты чего? Нервничаешь? Да уж. Ну, а ты почему здесь? А, да я так. Размышляю. Это Дашина? Да. Да. Мне кажется, я понимаю, что ты чувствуешь. Немножко понимаю. Знаешь, когда все это случилось, я... Все, для меня жизнь закончилась. Мне никто не нужен. Я никому не нужен. Ты думаешь, это я вам помогаю? Это вы мне помогаете. Юля, ты должна дать эти показания. Всю жизнь прятаться не получится. Колодина выпустят. И что тогда? Он снова будет убивать. Будут сироты, горе. Я решила, я дам показания. Это хорошо. Это очень хорошо. Надо как-то связаться с следователем. Так, да, надо. Что ты предлагаешь? Я поеду в Следственный комитет и им все расскажу. Нет, вот это исключено. Юля, так рисковать мы не можем. Ты же единственный свидетель. Нет, так не пойдет. Юля, мне сейчас очень нужно, чтобы ты просто меня послушала. К следователю Ракитскому поеду я один. Мам! Мама! Мама!
Ну что, Петь, сообразил, кто тебе жучка мог прицепить? Сообразил, кажется. О, Петя, куда решил? Слушай, как ты? 100 лет тебя не видел. Как ты поживаешь? 100 дней как-то уволился из органов. Там в бабу всего хорошего, он фиксирует. Это хорошо, что сообразил. Прими меры. Так, я пойду что-нибудь перекушу. А ты убери все эти документы в сейф. Следователь Ракитский? Да. А вы Андрей Зотов? Да. Нам нужно поговорить о Юле. Послушайте, Андрей, я только сейчас узнал, что нас прослушивали. Она готова. Она готова дать показания. Это очень хорошо. Давайте пройдемся. Приветствую. Спасибо, что наконец нашли время для меня, а то уже неделю у вас здесь пороги оббиваю. Мне, собственно, нужно уточнить кое-что по процедуре. Да, сейчас. Так, да, вот интересующий вас материал. Много времени ушло на их подготовку. Вот только сейчас получилось. Ага. За день до суда. Отлично работаете. Не знаете, у меня еще 3 дела в производстве. Мало времени. Да-да-да, конечно. Ох уж это время. Извините. Да, пожалуйста. Да. Да-да. Начальство дало добро. Так что завтра забирай и к 9 в Следственный комитет. Угу. Нет, до суда я ее сам довезу. Без всякого сопровождения, на стареньких «Жигулях». Ну, чтоб не привлекать внимания. Ага. А, не забудь, она и изменит внешность, так что с утра не упусти ее. Ну все, давай, мне некогда. Угу. Ну, я, собственно, все закончил. Вопросов по процедуре у меня больше нет. Всех благ. Так быстро? Ну так, я же профи. Ага. Профи. Алло, боксер, слушай, я только что от следователя, в общем, я знаю, как вам ее накрыть. Все, давай, я тебе из машины перезвоню. Петь! Здорово, здорово. Вот ночь настает, день прошел. Мы наедине, нам вдвоем хорошо. Спит город наш, улицы спят и дома. Андрей, вы завтра с Юлей собираетесь ехать в суд? Да, Зинаида Степановна. Завтра сложный день. Она просила меня посидеть с Тонечкой. Ну, вы уж простите нас, что мы тут так задержались. Скоро все это кончится. А мне не тяжело. Даже в радость. Да. Ну, они же мне как родные стали. И Тонечка, и Юля. Так что спасибо тебе. Спасибо. Себя винить, Андрюш. Кто ж тогда мог знать? Ничего сейчас уже не вернешь, но надо жить дальше.
жить и хранить светлую память о них. Если ты хочешь отправиться в путь, надо тогда поскорее уснуть. Чего это боксер нас сюда поставил? Сам из суда тусуется. Замараться не хочет. Он же нас подставить решил. Не кипишуй, хилый. Боксер там не по страховке. Пока мы здесь караулим, следак может все переиграть, ее прямо в суд повезут. Опа. Ну, глянь. Кто он? Не пойму, рожи не видно. Бабу точно не узнаю. Вальнули бы их прямо здесь. Нельзя здесь светиться, ты чё? Если это не они. Ладно. Ждем команды. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, следователю Ракитскому, что пришли Юлия Данилова и Андрей Зотов. Готово. Предупредил. Вот ваши пропуска. А, очень хорошо. Спасибо. Пошли. Да, подтверждаю. Данилова здесь. Ну, в парике, в очках. Боксер, вроде все вырисовывается. Они выехали. Только следак и она на старой тачке. Никакой охраны. Направляется в суд. Ну, ясно, они хотят привлекать к себе внимание. Так, Хила, я к вам еду. Телефон не отключай. Всегда давай мне наводку, где вы. И если я не успеваю, то тут выбирайте момент и решайте вопрос сами. Понял, боксер, до суда она не доедет. Я надеюсь. Короче так, Котя. Адвокат сказал, что тебе можно доверять. Подведешь меня, я тебя достану. Не достанешь ты, достанет адвокат. На понт не бери. Мне терять нечего. Подойду и с метра пулю в лоб. Вот и отлично. Короче, слушай сюда. Подойдешь к суду, станешь там незаметно. Если мы лоханулись, ее привезут все-таки же сюда. Вали ее. Да понял я. Сделаю все в лучшем виде. На, вот переоденься там. Уходим, Хилый. Подожди, надо проверить. Я же тебе говорил, боксер!
падлы! Котя, я скоро буду. Как увидишь ее, вали сразу. Слушай, стреляй так, чтобы ни одного живого места на ней не осталось. Котя, она не должна дойти до суда. Ты меня понял? Все, отбой. Все закончится. Посмотри на меня. Выходим? Пока рано. Дождемся информации от Ракицкого. Тихо! Уезжай! Ну и где третий? Отвали. Может, ты мне расскажешь? Да пошел ты. Ясно. Уводите. Одному машину. Ну, пошел, пошел. Кудряшов, двоих взяли. Третий где-то у вас. Ясно. Еду. Двоих взяли, третьего не видно. Но это очень плохо. Он может рядом быть. Сомневаюсь. Думаю, он в курсе, что с его подельником случилось. Наверняка хвост поджал. Вы готовы? Идемте. Данилова, проходите. Слушание закрытое, нам туда нельзя. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Я с тобой. Иди. Свидетель Данилова, суд предупреждает вас об уголовной ответственности по статьям 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации за неосновательный отказ от дачи показаний и задачу заведомо ложных показаний. Распишитесь у секретаря о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности. Право первого вопроса предоставляется государственному обвинителю. Да, Ваша честь. Свидетель, расскажите суду об инциденте, который произошел 23 мая 2014 года приблизительно в 15:40 на пересечении улиц Ветеранов и Подольской. Мы с Катей шли по улице. Она устала. Свидетель, поясните, кто такая Катя? Екатерина Данилова, моя сестра, которая... Продолжайте. Ехал инкассаторский микроавтобус.
Навстречу ему выехала другая машина и переградила движение. Из нее вышли люди и обстреляли инкассаторскую. Как я потом узнала, все инкассаторы погибли. Вы видели лица нападавших? Да, я видела одного из них. И вы можете его опознать? Это он. Я его узнала. Вы уверены? Я уверена. Тебя твоя пуля найдет. По-любому найдет. Пойдешь следом за сеструхой. Суд удаляется для вынесения приговора. Ну что, все закончилось? Юлия Валентиновна, вы очень смелый человек. Спасибо вам огромное. Его посадят? Да, приговор объявят через несколько дней. Я думаю, что этот человек сядет на долгий срок. Андрей, вам огромное спасибо. Вы очень нам помогли. Благодарю. Спасибо. Что теперь? Что теперь? Возвращайтесь к нормальной жизни. Забудьте все, как страшный сон. Всего вам хорошего. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам за все, Зинаида Степановна. Да ладно. Ты с Тонечкой заезжай к нам иногда, не забывай. И вы к нам приезжайте, мы будем очень рады. Ну? Мама! Ой! Ой, откуда она знает? Я научила. Надо ж, баба. Ну что, едем? Ой, ты моя хорошая. До свидания. Ой, тюшечки мои. Ну, до встречи. Детка, пойдешь? Да. Замечательная девочка. Ну и чего ты теперь? Не знаю. Попробую восстановить свой МЧС. Поживу пока у Зинаиды Степановны. Правильно. Андрей, хотел тебе сказать спасибо за все. Юля, я обещал вам с Тони, что не оставлю вас, пока вы не будете в безопасности. Ну, мы в безопасности теперь. Thank you.
Андрей. Андрей. Добрый день. Ну, как он? Говорят, лучше. Ну и хорошо. Члены банды уже дают показания на боксера. Боксер? Что, выжил? Да, он сейчас в реанимации. Но врачи говорят, что шансов у него нет. А вот остальные за все ответят. И адвокат с ними вместе. Я, собственно, вот по какой причине зашел. Капитан, ты жетон обронил? На вот, держи. И не теряй больше. Ну, выздоравливай. Всего хорошего. Представляешь, ты снова меня спас. Я уже скоро буду бояться выходить на улицу без тебя. Я очень испугалась, что у тебя... Юля, я не должен был оставлять тебя. А вы, Зинаида Степановна? А я вот с прием закончу и приду. Ну, давайте, давайте. Ой, какой запах. Да, я его вот в первый раз пекла, так что я тебя убью, если ты мне скажешь, что что-то не так. Ты полдня провозила здесь. Зинаида Степановна, я замучила вопросами, что да, как, сколько так, сахара, тетя, сколько тетя, воды. Иди, моя прелесть, ко мне. Что у нас тут? Что у нас тут? А? Что? Что у нас? Папа. Ах, ты моя доченька. Ты моя доченька. Ты моя.